Здравствуйте! Сегодня мы находимся в районе Некрасовка, города Москвы. Здесь, в Некрасовка-парк, разворачивается строительство нового здания гимназии номер 1595. Это здание рассчитано на 1100 учеников. Когда гимназия 1595 со своей программой развития вышла на конкурсной основе по развитию своей образовательной организации на конкурс, были представлены несколько профилей, которые будут реализованы именно в этом здании, в здании 7-го квартала района Некрасовка-парк. Первый профиль – это профиль информационно-технологический. Также предусмотрено открытие инженерного класса согласно проекту, инновационному приоритетному проекту Департамента образования города Москвы. Предусмотрены также отдельные аудитории, лингофонные кабинеты и специальное оборудование для реализации лингвистического профиля. Именно данные направления в области инженерии, в области телекоммуникационных технологий, а также в области развития языкознания наиболее приоритетны сегодня с точки зрения развития образования и науки города Москвы как крупнейшего мегаполиса мира. Кроме того, в данном здании предусмотрена обширная спортивная инфраструктура. Уже сейчас мы заключаем договор с Федерацией по биатлону города Москвы. Это то направление спортивной подготовки, которое позволит в комплексе реализовать самые разные спортивные возможности для наших обучающихся. Здесь предусмотрено два спортивных зала и обширная спортивная инфраструктура на территории расположения нашего объекта новостройки со специально оборудованными трибунами с подсветкой, со специальными оборудованными зонами отдыха, а также занятия спортом на установленных спортивных уличных тренажерах, а также развитие современных видов спорта для наших ребят. Таким образом, наши обучающиеся смогут не только учиться, реализовывая довольно сложные и насыщенные в образовательном смысле программы подготовки в изучении тех или иных наук, но еще и заниматься спортом, отдыхать, участвовать в системе дополнительного образования на такой широкой основе. Кроме того, программа общеобразовательных классов предусматривает возможность открытия кадетских классов, которых также не хватает в нашем районе Некрасовка, и запрос на который уже поступил от жителей нашего района. Приглашаем наших учеников в гимназию в квартал номер 7. Мы планируем открытие здания к сентябрю 2017 года.